Всем привет! Сегодня мне пришла вот такая маленькая посылочка из сибирской подковы. В общем, вот такая вот она. Сейчас мы будем ее распаковывать. Кстати, я вчера ездила в поход, и сегодня, простите, я буду монтировать видео поход, поэтому я не знаю, может быть, завтра или послезавтра я его уже выложу. Открываем посылочку. Это все. Давайте посмотрим. Первое, это жир для мыться. Очень хорошо упакован. Я заказывала жир, а мне прислали масло. Масло оказалось очень хорошим, так что да. Следующее это мартинган, как я уже поняла. Потому что я тут заказывала две вещи всего. И тут прилипли пупырышки. Но тут, в принципе, ничего особенного нету. Это размер фулл. Такой. Вот. Все, покажу. Колечки. Такие. А тут все нормально, все есть. Приеду сегодня на конюшню и прицеплю его. Надо сейчас его смазать как раз. Такой вот. И очень много пупырышек. Пупырышки, видите? Пупырышки. В общем, в этой посылке были только две вещи. Это мартингал и масло по уходу за кожей. Все, короче, мне понравилось очень. Масло, конечно, протекло, но оно протекло, самое главное, что не в коробку. Они его очень сильно и хорошо запаковали. Это спасибо им за это. И очень много пупырышек за это тоже спасибо. В общем, всем спасибо за просмотр. Ждите видео с похода. И давайте, пока!